почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. А впереди жизнь вечная. Это финальная цитата из нового романа удивительного журналиста и писателя Дмитрия Лиханова. Наш Вятский край озарен и прославлен талантом Альберта Анатольевича Лиханова, о котором можно сегодня с уверенностью сказать, что его произведения вошли в классический список для чтения русской литературы. Как банально не прозвучит, но природа отступила от своих стереотипных правил и решила не отдыхать на сыне нашего легендарного писателя. Дмитрий Лиханов дебютировал романом «Бьянка. Жизнь белой суки» в 2018 году. И вот новый роман «Звезда и крест», написанный за относительно короткий срок. Для такого глубокого, обширного по охвату пространства и времен философско-нравственного и социально-политического произведения – это удивительно. И это не может не восхищать. Такой накал нравственного поиска, такое упорство в обретении истины и такая верность правде жизни. «Звезда и крест», обжигающий душу читателя роман о предначертанности и неотвратимости судьбы, о неизбежном пути каждого мыслящего и ищущего к слову и к храму. Героем первого временного отрезка становится инвалид афганской войны Сашка, прототипом которого стал полковник Валерий Бурков, потерявший ноги в Афганистане, но и на протезах оставшийся верным и своему марисевскому характеру, военному делу. У него хватило силы и воли пойти в политику, но пути Господни привели его в монашество. Он стал иноком Киприаном. Время с 1982 года по 1995 год показано писателем во всей неприглядной сути, с одной стороны. Но с другой, как испытание на прочность, как время поиска, даже отступничества, но и как время нащупывания собственного пути к Голгофе. Вторая линия романа переносит нас в античную Антиохию с 250 по 303 год нашей эры, во времена первых христиан. И перед читателем разворачивается житие священномучеников Киприана и Юстины. Безусловно, при прочтении романа выстраивается ассоциативный культурный ряд. Повесть о настоящем человеке Полевого, «Мастер Маргарита», Булгакова, «Лавр» и «Оправдание острова» Водолазкина, «Знак зверя» Олега Ермакова. Но это ведь и еще одно свидетельство настоящей русской литературы. Верность традиции и все же жажда поиска своего пути, своей звезды и своего креста. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».